Насколько хорошо вы знаете военную историю Тверского края? Хватит ли вашей эрудированности, чтобы написать статью о подвигах дедов? Новая программа «Квест» от Музея Калининского фронта готова испытать всех, кто не боится проверок своих знаний. Идея создания такого необычного способа закрепления материала в детских головах возникла у сотрудников музея пару лет назад. Изучив программы, которые предоставляют другие военные музеи, тверские экскурсоводы поняли, что такого формата, как квест, больше нет нигде. В течение 2 лет научные сотрудники думали над этой темой, как, чем можно заинтересовать ребят. Практически были переработаны все материалы нашей экспозиции. Квест называется «От Калинина до Кёнигсберга» по экспозиции Музея Калининского фронта. Проверены, продуманы каждая схема, каждый документ, каждая фотография. Перед началом игры все участники, которыми в этот раз стали кадеты 16-й школы Твери и представители военно-патриотического клуба «Росич» из Московской области, посещают экскурсию, чтобы иметь общее представление о расположении залов и экспонатов, понять схему экспозиции. Это им пригодится во время второго этапа – решения задач. Экскурсия дает человеку понятие, где что, в каких уголках музея что найти, на что обратить особое внимание. Потом уже раздаются задания и дается время. В пакет заданий входит индивидуальная карта, на обратной стороне которой задание в единственном экземпляре. На выполнение отводится 45 минут, в течение которых участникам необходимо продемонстрировать свои знания не только приобретенные после экскурсии, но и полученные вне стен музея Калининского фронта. Венец труда человека, скажем так, добровольца, это будет составление сводки Совинформбюро или какой-то справки для Википедии. Какие-то слова, выражения чисто военные мы подсказываем, мы их даем прямо уже в задании. Но для того, чтобы это все выполнить, надо изучить очень хорошо экспозицию. Такие проверки не только призваны помочь узнать свой реальный уровень знаний о Калининском фронте, но и узнать новые, интересные факты о военных действиях, происходивших на территории Верхневолжья. Большинство людей в нашей стране о начале Великой Отечественной войны узнали по радио в 12 часов дня, и будут сказаны слова Вячеслава Михайловича Молотова, которые станут крылатыми. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Квест «От Калинина до Кёнигсберга» могут пройти не только школьники перед сдачей ЕГЭ или ОГЭ, но и люди любого возраста, как единолично, так и группами. А для самых маленьких, учащихся детских садов и начальных школ, есть другая программа, не менее увлекательная и интересная. «От Ибаты шли солдаты». Одевают плащ-палатки, пилотки и в творческое в ключе мы уже проводим программу эту. Задаем вопросы по материалам экспозиции. Также задаем вопросы на логическое знание. В конце, как наследники той большой победы, они устанавливают свое собственное знамя победы. Такие необычные программы привлекают в музей не только гостей из Твери, но и из соседних областей. Лишь в 2018 году экскурсии по этим залам были проведены для 32 тысяч человек.